этой классной ноте, когда мы вместе с вами поучаствовали в флешмобе от Александра Миронова. Пора их дело перейти. Сейчас на эту сцену я прошу подняться и выстроиться. Инструментальная номинация, прошу вас на сцену! Пока выходят наши инструменталисты, я еще раз хочу выразить огромную благодарность детской музыкальной школе города Зеленодольск в лице Попова Антона Сергеевича. От лица оргкомитета сказать огромное спасибо Регине. Мы не знаем ее фамилии, но она работает в детской музыкальной школе, и она замечательный человек. Начнем. Все готовы? А чем докажете, что вы инструменталисты, мне вот хочется сказать? Чем докажете? Дайте скрипку, молодец, и правильно. Дипломанты получают дипломы, лауреаты получают плюс к дипломам еще и награды. Готовы? Итак, дорогие друзья, церемония награждения. Награждаются дипломанты третьей степени. Награждается Касанов Тагрул. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Тройкер Диана. Тройкер Диана, аплодисменты. Награждается Филиппова Агата. Зинатулин Айнур. Ансамбль флейтистов «Нур» награждается дипломом третьей степени. Награждается Адьятулина Амалия. Дипломанты второй степени, дорогие друзья. Дегтярев Ярослав. Друзья, поддерживаем, поддерживаем аплодисментами. Насретдинова Румия. Награждается Юрий Павлов. Друзья, не забывайте выходить на центр для фотосессии. На центр для фотосессии, конечно же. Ну и для зрителей, я напоминаю, что надо аплодировать. Они же все-таки молодцы. Награждается дипломант второй степени Софья Елихвакина. Награждается Гумерева Диляра. Гумерова Диляра, обладатель диплома второй степени. Награждается Мадина Кидьятуллина. Самира Шарапова. Самира Шарапова. Награждается Ахметзянов Дамир. Ваши бурные аплодисменты, друзья. Давайте поаплодируем Дамиру, он молодец. Знаете, на чем он играет? На фортепиано сразу видно красавчик. Дипломом второй степени награждается Арина Иванова. Никита Лузин награждается дипломом второй степени. Мальвинских Дарина. Посмотрите, какая красивая Дариночка играет на фортепиано. Награждается... Друзья, награждается Полина Балункина. А почему так тихо? Нас так много в зале. Балкон, проснитесь. Аплодируйте юным артистам. Награждается Камиль Шатнов. Дипломом второй степени награждается Сулитеева Эльвина. Итак, дорогие друзья, дипломанты первой степени. Инструментальное исполнительство. Хайлутдинова Алиса. Вот, вот так громко и должно быть. Виктория Данилова. Шамсутдинова Эмилия. Награждается Айнагос Кира, дорогие друзья. Бурные аплодисменты. Дипломом первой степени награждается Анна Максимова. Друзья, вы на сцене тоже можете аплодировать. Молодцы, покажите, конечно. Покажите пример зрительному залу. Вот такие красивые. Награждается София Садыкова. Залмина Владлена и Симонова Олеся награждается дипломом первой степени. Сингатулин Раниф также награждается дипломом первой степени. Браво!
Спасибо, Рай. Награждается Мария Мухина. Награждается Дима Борисенко, обладатель диплома первой степени. Итак, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты мы переходим к лауреатам. Лауреат третьей степени. Петрованова Ульяна. Друзья, ваши аплодисменты. Лауреатом третьей степени становится Щеголева Наталья Николаевна и Солдатова Людмила Николаевна. Друзья, вы умеете аплодировать, мы это слышали, не стесняйтесь. Ничего страшного в этом нет, поддерживайте нас. Итак, друзья, награждает коллектив ансамбль «Каяш», дорогие друзья, лауреат третьей степени. Награждается Анастасия Антонова. Награждается Нафиса Казакова. Награждается дипломант, лауреат третьей степени Софиулина Диляра. Ваши аплодисменты, друзья. Зиганшин Рамир награждается дипломом лауреата третьей степени. Тяглов Арсений, лауреат третьей степени. Григорий Скобелев награждается лауреатом третьей степени. Владислав Шарафутдинов, дорогие друзья. Иван Михайлов. Громче, громче аплодисменты, друзья. Это не больно. Это здорово, когда вы аплодируете. Итак, Суровцев Андрей награждается лауреатом третьей степени. Награждается Анна Кирсанова. Такие маленькие, такие юные, они вас слышат. Поддерживаем, друзья мои. Итак, награждается ансамбль флейтистов «Талисман». Награждаются лауреаты третьей степени Эбалакова Кристина и Шайхиева Алия. Награждается Максим Осянин, лауреат третьей степени. Да, друзья, не забываем фотографироваться. Эти фотографии войдут в историю звездной карусели. Итак, награждается Михаил Лягин, лауреат третьей степени. Друзья, мы переходим к лауреатам второй степени. И награждается Гемадиева Камиля. Ваши аплодисменты. Награждается Оскар Айзятов. Награждается Кристина Шикина, лауреат второй степени. Уважаемый звукорежиссер, вы нам немного музыку прибавляете на эти моменты, чтобы раскачать нашу публику. Где вы, друзья? Аплодисменты громкие. Вот. Итак, награждается ансамбль «Ностальгия», лауреат второй степени. Награждается Николай Малов. Ваши аплодисменты, друзья. Никишина Виктория, лауреат второй степени. Садрутдинова Камилла. Награждается Эмир Хаиров. Дорогие друзья, ваши аплодисменты, не скупитесь на авансы. Дипломом лауреата второй степени награждается ансамбль гитаристов «Звонкие струны». Александр Зарипов. Татьяна Катаргина. Награждаются Анна Гусева и Ярослав Дегтярев. Лауреат
второй степени Виктория Родионова. Награждается Максим Курганов. Громче, громче, аплодисменты, друзья. Ваша поддержка нам необходима. Итак, Гирфанов Камиль, лауреат первой степени. Награждается лауреат первой степени Садыкова Карина. Амур Баширов. Азат Залялеев, лауреат первой степени. Награждается дуэт аккордеонистов в составе господина Зарипова и господина Осянина. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Награждается лауреат первой степени Чекушкова Татьяна. Анна Гусева. Вот, вот, раскачиваемся, друзья. Итак, награждается ансамбль. Руководитель Давлекамова Луиза. Дорогие друзья, лауреат первой степени награждается коллектив под руководством Макарчевой Тамары Михайловны. Лауреат первой степени, оркестр. Награждается дуэт баянистов Бахризов Сайдаш и Галиев Ильнур. Лауреаты первой степени. Ансамбль «Позитив» становится лауреатом первой степени. Друзья, ваши аплодисменты представителям номинации «Инструментальное исполнительство». Лауреаты, дипломанты на сцене. Искупайте их в овациях. Конечно же, давайте еще раз громко поаплодируем этим замечательным девочкам и мальчикам, замечательным ансамблем и коллективам. Мы благодарим жюри инструментальной номинации за то, что они, я надеюсь, компетентно и правильно оценили наших участников. Наверное, в зале сейчас есть вопросы, кому гран-при, да? Давайте спросим, кому? А вот все заслужили и кому. Но есть один маленький нюанс. Звездная карусель не может не отметить, педагога-профессионалов в инструментальной номинации. Он получает денежное вознаграждение. Это 5000 рублей. Итак, в номинации педагог-профессионал инструментальной номинации 3-го Всероссийского фестиваля конкурса «Звездная карусель» победил Настаушев Александр Михайлович. И, конечно же, где он? Он здесь есть, я надеюсь? Александр Михайлович! Александр Михайлович, вот же, Мы вас поздравляем, мы вас благодарим. Мы вручаем вам кубок, мы вручаем вам приз. Спасибо вам. Спасибо большое. Поздравляю. Так решила жюри инструментальной номинации. Дорогие друзья, если нет гран-при, это значит, что есть к чему стремиться. Мы благодарим вас за участие. Ждем на следующих конкурсах от творческого объединения «Челентано». А теперь, дорогой зал, бурные аплодисменты. Проходят в зал победители! Инструменталисты! А на эту сцену поднимаются те, кто умеет петь. А умеют петь те, кто принимал участие в вокальной номинации. Мы просим подняться на эту сцену всех вокалистов.
и зал, давайте аплодировать, чего просто так сидеть? Займитесь делом, не сидите просто так, полукругом, молодцы. Готовы? Докажите, что вы вокалисты. Вокалисты, голосисты. Верим. Начинаем награждение. Итак, дорогие друзья, дипломанты третьей степени, номинация «Вокал». Овечкина Жасмин и ваши аплодисменты. Ксения Малафеева. Награждается Яна Золотарева. И вновь Яна Золотарева награждается. Награждается Анастасия Медведева. Дипломом второй степени награждается Алена Куликова. Награждается Лина Каримова, дипломант второй степени. Евгения Спицына. Алина Гирфанова, дипломант второй степени. Награждается трио «Нон-стоп». Дипломом второй степени награждается Арина Павлова. Нина Пластилина. Награждается дипломом второй степени Варвара Куликова. Мухаметова Милана. Друзья, не забывайте фотографироваться, это важно. Ну а вы не забывайте аплодировать. Награждается дипломант второй степени Кибасова Матина. Ангелина Уругова. Сесерова Софья. Галиева Эльмира. Награждается Максумова Эвелина Энджи. Награждается дуэт Зиадинова Зарина и Абрамова Софья. Дипломом второй степени награждается Анастасия Медведева. Алмаз Зиадинов. Габиева Алина. Дипломант первой степени. Мы переходим к дипломантам первой степени, друзья. Габиева Алина. Награждается Абросимова Россияна. Артем Тимершин. Диляра Шарапиева. Награждается Мирея Калешка Альфонса. Ульяна Пуртова. Дипломом первой степени награждается Виктория Никишина. Илья Фесенко. Анастасия Бирюкова. Юлия Латягина. Награждается Вика Крылова. Награждается дипломант первой степени Антонина Моторина. Также дипломом первой степени награждается Даша Петрова. Награждается Дарья Сорокина.
Награждается дипломант первой степени вокальный ансамбль «Каравелла». Награждаются Емельянова и Люза. Награждается дипломант первой степени Екатерина Волощенко. Теона Цагурия, дипломант первой степени. Награждается Руслан Шакиров. Виктория Матюгина. Награждаются лауреаты третьей степени. Итак, дорогие друзья, Игорь Кавказков. Александр Мельник, лауреат третий. Александра Мельник, лауреат третьей степени, приношу свои извинения. Награждается Артем Яковлев. Награждается лауреат третьей степени. Наталья Костелевич. Награждается лауреат третьей степени Диляра Галиева. Награждается вокальный ансамбль High Hertz, лауреат третьей степени. Награждается Камила Трофимова, лауреат третьей степени. Дипломом лауреата третьей степени награждается Волощенко Екатерина. Елизавета Мартынова. Анастасия Житкова. Награждается Екатерина Волощенко. Валерия Петрова, лауреат третьей степени. Награждается Алина Сатарова. Дипломом лауреата третьей степени награждается вокальный ансамбль «Подснежник». Награждается Анастасия Волчкова. Награждается Полина Иванова. Награждается лауреат третьей степени Валерия Петрова. Награждается Аделина Черепанова. Награждаются лауреаты третьей степени Милена Семенова. Дарья Десятникова. Награждается Гульнас Искандарова. Варвара Куликова. Миниахметова Анастасия, лауреат третьей степени. Награждается Шарапиева Фарида. Шарафутдинов Владислав, лауреат третьей степени. Виктория Никишина. Награждается Рената Валеева. Дипломом
лауреата третьей степени награждается ансамбль «Ассоль». Малафеева Ксения награждается лауреатством третьей степени. Афанасенко Вячеслав, лауреат третьей степени. Елизавета Чипина также награждается лауреатом третьей степени. Кушникова Арина награждается Елизавета Головизнина. Елизавета Головизнина. Дорогие друзья, мы переходим к лауреатам второй степени. Награждается Александра Мельник. Награждается Садыкова Камиля. Лауреат второй степени Давид Якобсон. Лауреатом второй степени становится Алина Трофимова. Награждается Сабина Идиатулина. Награждается дуэт Сабина Идиатулина и Анастасия Кузьмина. Награждается Анастасия Житкова. Награждается лауреат второй степени. Вокальный ансамбль «Класс». Лауреатом второй степени становится Ильясова Аделина. Элеонора Волкова. Награждается Насырова Альфия. Награждается Ренат Лотягин. Куснеева Карина становится лауреатом второй степени. Аделина Черепанова, лауреат второй степени. Награждается Анна Петрова. Анастасия Коротина. Владислав Шарафутинов, лауреат второй степени. Награждается Садреева Наиля. Амир Кадрахманов. Лауреат второй степени Максим Камалов. Дарья Самсонова. Эльвира Давлетшина. Награждается лауреат второй степени Елизавета Чипина. Регина Амирова. Елизавета Головизнина. Итак, дорогие друзья, мы переходим к лауреатам первой степени. Друзья, после награждений не спешите покидать концертный зал. Совсем скоро мы узнаем имена обладателей гран-при. Все лучшее впереди. Итак, лауреаты первой степени. Анастасия Егорова. Полина Вахрамеева.
Елизавета Булыгина. Награждается Эвелина Батыршина. Полина Коновалова. Награждается Ира Степанова. Лауреатом первой степени становится Дарья Мартыненко. Награждается Кривошеева Анастасия. Лауреатом первой степени становится дуэт «Кнопочки». Лауреатом первой степени становится ансамбль «Не мальчишки». Награждается ансамбль «Новое поколение». Награждаются лауреаты первой степени Ачинцева Айгуль и Гуснулина Сюльбе. Лауреатом первой степени становится Орешкина Алиса. Награждается ансамбль «Нюанс». Орешкина Алиса. Ансамбль «Новое поколение». Награждается вокальный ансамбль «Созвездие детства». Лауреатом первой степени становится Полина Голинова. Награждается Камиля Байрамова. Награждается Дарья Маранькова. Лауреат первой степени Азалия Шигапова. Награждается Сюльбель Хуснулина. Итак, лауреатом первой степени становится акварель «Трио». Амалия Гусарова. Награждается Никита Иванов. Лауреатом первой степени становится Габдрахманов Амир. Михаил Закиров. Лауреат первой степени Анна Гусева. Награждается Хайлутдинова Алиса. Награждается лауреат первой степени мужской хор Зеленодольского музыкального театра «Иллюминаты». Лауреатом первой степени становится ансамбль «Аметист». Награждается Шафикова Назиля. Лауреатом первой степени становится Кайнутдинова Милана. Регина Амирова. И вновь Регина Амирова. Награждается Эльвира Маланьева. Лауреат первой степени Екатерина Кандалинцева. Друзья,
друзья, и ваши аплодисменты вокалистам. Они пели эти два конкурсных дня только для вас. Ваши овации. Ну и вы, дорогие друзья, поаплодируйте этой публике. Дорогие друзья, посмотрите, стоя на этой сцене, я вот чуть-чуть за мной, да, вот так, если я сольюсь. Замечательные вокалисты, вы видели? Большинство лауреатов первой степени. И как из такого огромного количества выбрать самого достойного, когда каждый достоин конкретно? Вокальная номинация. В этот раз жюри не присудило гран-при ни одному из коллективов или из солистов. Но было принято решение вручить номинацию «Педагог-профессионал» на 3-м всероссийском фестивале конкурса «Звездная карусель» вокальной номинации Дычек Юлии Викторовне. Юлия Викторовна, если вы в зале, а она здесь. Юлия Викторовна, спасибо огромное, сейчас я зачитаю. Спасибо, что вы воспитываете таких замечательных юных звездочек. Спасибо, что ваши номера и ваши воспитанники стали украшением нашего фестиваля конкурса. Юлия Викторовна, вручается денежное поощрение от оргкомитета и кубок в номинации «Педагог-профессионал». Спасибо. Гран-при, но на этот раз нет, так нет. Аплодисменты вокальной номинации, я прошу вас спуститься в зал. Ура! Мы предлагаем вам не покидать концертный зал, потому что мы хотим наградить номинацию «Хореография». И приглашаем всех участников этой замечательной номинации на сцену. Итак, дорогие друзья, уважаемые руководители, уважаемые мамы, папы, близкие, родственники, доставайте фотоаппараты, свои мобильные телефоны, фотографируйте этих потрясающих танцоров. Ваши аплодисменты! Итак, друзья, давайте сделаем два шага назад, для того, чтобы нам было удобно проводить церемонию награждения, для того, чтобы каждого из вас смогли разглядеть наши уважаемые зрители. Итак, друзья, под ваши бурные аплодисменты и, конечно, под аплодисменты зала, мы переходим к церемонии награждения. Номинации «Хореография». Дипломанты 3-й степени. Образцовый коллектив «Студия танца Каскад». Дипломанты 2-й степени. Танц-клуб «Фортуна». Награждается хореографический коллектив «Чудное мгновение». Хореографическая студия «Арт Грант». На сцене тоже не должно быть тихо. Аплодируем, мои хорошие. Ну что ж, хореографический ансамбль Медведевской детской школы искусств имени Смирнова. Дипломант 2-й степени. Награждается танцевальный коллектив «Синега». Награждается дипломант 2-й степени «Танц-театр Андеграунд». Народный хореографический коллектив «Экстрим». Награждаются дипломанты 1-й степени «Студия современного танца «Нью Дэнс». Дипломат 1-й степени. Танцевальный коллектив «Синега».
награждается хореографический коллектив Терпсихора. Дипломом первой степени награждается студия современного танца New Dance. Награждается танцкл Фортуна. Дипломом первой степени награждается Екатерина Яковлева. Награждается хореографический коллектив «Чудное мгновение». Награждается дипломант первой степени танцевальный коллектив «Синега». Награждаются лауреаты третьей степени Палина Анастасия и Степнева Екатерина. Проходите на центр для общей фотографии, друзья, это же так важно. Награждается лауреат третьей степени, хореографическая студия «Арт Грант». Награждается Анастасия Чекашева, лауреат третьей степени. Дипломом лауреата третьей степени награждается хореографический коллектив «Радость». Город Звенигородская детская школа искусств. Звениговская, приношу свои извинения. Итак, награждается хореографический коллектив «Радость». Звениговская детская школа искусств. И вновь мы вас приглашаем на сцену. Лауреат третьей степени. Лауреатом третьей степени становится театр моды «Матрешка». Награждается ансамбль эстрадного танца «Новые люди». Ну а сейчас на сцену поднимается матрешка всей команды. Это здорово. Давайте этому поаплодируем. Громче аплодисменты, друзья. Матрешка, молодцы. Ну а мы продолжаем. Не уходите со сцены. Конечно, оставайтесь с нами. Вы такие красивые, высокие. Проходите чуть-чуть вот туда. Итак, лауреат третьей степени. Ансамбль эстрадного танца «Новые люди». Народный хореографический коллектив «Экстрим». Мы переходим к лауреатам второй степени. И награждаются студия танца «Гармония». Награждается народный хореографический коллектив «Экстрим». Лауреатом второй степени становится хореографическая студия «Арт Грант». Народная хореографическая студия «Орфей», лауреат второй степени. Награждается лауреат второй степени народный хореографический коллектив «Импульс». Награждается хореографический коллектив «Радость», Звениговская детская школа искусств, лауреат второй степени. Дипломом лауреата второй степени награждается народный хореографический коллектив «Экстрим». Лауреат второй степени ансамбль «Кувырком». Награждается
награждается лауреат второй степени. Хореографический ансамбль Медведевской детской школы искусств имени Смирнова. Награждается хореографический коллектив «Экстрим», лауреат второй степени. Дамы и господа, дорогие друзья, мы переходим к лауреатам первой степени. Награждается народный ансамбль танца «Радость», руководитель Бачурина Зоя Анатольевна, Алимова Роза Геннадьевна. Награждаются лауреаты первой степени ансамбль эстрадного танца «Новые люди». Вновь «Новые люди» ансамбль эстрадного танца, лауреаты первой степени. Награждается театр моды «Матрешка», лауреат первой степени. Награждается театр моды «Матрешка», лауреат первой степени. Мы поздравляем лауреата первой степени народный хореографический коллектив «Импульс». Лауреатом первой степени становится народный хореографический коллектив «Экстрим». Награждается лауреат первой степени народный ансамбль эстрадного танца «Атлантик» студенческого клуба художественной самодеятельности ВГТУ. Обладателем лауреатства первой степени становится народный хореографический коллектив «Экстрим». Награждается народный ансамбль эстрадного танца «Атлантик», лауреат первой степени, студенческий клуб художественной самодеятельности ПГТУ. Лауреатом первой степени становится театр моды «Матрешки». Награждается лауреат первой степени Минубаева Саида. Награждается дуэт лауреат первой степени Загидулин Айрат и Минубаева Саида. Итак, награждается лауреат первой степени народный ансамбль танца «Радость», руководители Бичурина Зоя Анатольевна и Алимова Роза Геннадьевна. Дорогие друзья, снова в этом зале нет свободных мест, я смотрю, да? Гран-при присудили наши уважаемые, многоуважаемые члены жюри. Я ищу глазами Максима Геннадьевича, председателя жюри хореографической номинации. Я его ищу. Максим Геннадьевич, вы здесь? Наверное, он уже уехал. Не дождался вручения главного приза. По решению жюри хореографической номинации гран-при конкурса «Звездная карусель» удостоен народный ансамбль эстрадного танца «Атлантик». Атлантик! Это называется...
участие нового коллектива мы вручаем подарочный сертификат на бесплатное участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества. Прояви себя! Ваши аплодисменты на сцене обладатели Гран-при третьего Всероссийского фестиваля-конкурса «Звездная карусель». Обладателям Гран-при вручается денежный приз в размере 15 тысяч рублей. Ваши аплодисменты. И вы поаплодируйте вашим коллегам. Аплодисменты обладателям Гран-при. Друзья, аплодисменты всем участникам этой номинации. И, конечно же, нашего фестиваля-конкурса. Вы все достойны лучшего. Вы все достойны похвалы. Вы все достойны высот. Мы желаем вам успеха на творческом пути. Мы желаем вам вдохновение, творите, дерзайте. Все в ваших руках. Ваши аплодисменты, дорогие друзья, нашим артистам. Дорогие друзья, мы очень будем рады, если вы проявите активность в социальных сетях и представите нам ваши фото и видеоматериалы. Хэштег нашего конкурса «Звездная карусель 2016». Творческое объединение Челентано. Мы благодарим всех вас. Спасибо за то, что вы подарили нам свое творчество, за то, что вы были с нами все эти яркие дни. С праздником! До новых встреч! До свидания!